Мы находимся в аэропорту, и сегодня мы хотим снова взять машину на неделю. Потому что машины очень сильно подорожали, и нам на весь срок даже не хватило денег. Сейчас мы решили на последнюю неделю взять себе еще машину. Вот у нас такая красивая машина Citroen. Муж обнаружил там какой-то дефект, и теперь будем менять на другую. Машины очень сильно подорожали, но качество, по-моему, сервис машин, наверное, не сильно улучшился. Поэтому мы стараемся ее осматривать перед тем, как садиться в машину. В этой фирме очень много разных машин. От Мерседесов, от Ситроэна, Фиатов. Сейчас какую-нибудь возьмем. Вот здесь у нас офис. Точно такая же красотка. Ой, супер видосик. Ой, как красиво с горы. Мы едем в Лос-Абригос. Посмотрим, там сегодня, наверное, много крыльев летает. Еще светло. Там, наверное, очень много этих. Помнишь, там брали крылья такие? Да. А сегодня на море волны, между прочим. Ветер, да? И ветер думаю, очень сильный. Крылья... Не хорошо, летают. Я не знаю. Отсюда я не вижу, что кто-то сильно там летает. Ну, и сразу Лос-Абригос. Вот этот маленький городок на берегу. Тоже очень много туристов живет. А вон там, посмотри, сколько народу-то, боже мой, там на берегу какое-то мероприятие. Сегодня же праздник. Сегодня праздник. Можно съездить по городу, поездим туда вниз. Вот, видишь, Лос-Абригос. Там что-то происходит. Да, вот такой городок. Тут нету паркоместа пока, и, наверное, это самое близкое место. Но там в конце есть паркинг, я точно помню. И, в принципе, есть вот кафе, можно кофе попить или пиво, что-то такое. Но можно и получше, конечно, найти кафе. А вот большой паркинг, видишь, вот перед тобой. Вон там, посмотрим, что там. Лос-Абригос. Сегодня здесь какое-то мероприятие, снимают фильм. Поэтому нельзя остаться здесь на паркинге. Но очень красиво. Тут так все они сделали, дорожки деревянные. Вот здесь пляж. Кто-то даже купается. Бегу по парковке. Дали только 5 минут. Вот какой тут садик. Лос-Абригос. Да, мне нравится. Маленький, уютный. Как все городочки. Как все канарские, да, городки. Как все канарские городки. Здесь нет запустения. Ну, если только иногда, где-то случайно. Вот тут кафешка. Вот здесь вот к морю тоже выезд. Тут везде справа выезд к морю. Везде. Везде в это. Ну, мы сейчас пойдем пешком, мы сейчас доедем до Нудистского пляжа. И там мы выйдем, прогуляемся. Сегодня здесь волны. Но здесь, я думаю, всегда волны. Этот район, здесь всегда ветер, как правило, и, как правило, волны. Этот район отличается именно этим. Вот Эль-Медан. А вот здесь вот будет такая дорожка. И мы пойдем посмотрим. Такой лунный пейзаж. Вот с двух сторон такие сетки, тут выращивают бананы обычно. Так, вот здесь поселочек культурный опять.
А, вот помнишь, там торговый центр, мы как-то там были. Вот этот торговый центр. Я даже не думала, что здесь столько будет людей. По тропинке я сейчас выйду. Вот здесь такие тропинки. Очень сильный ветер. Нудисты уже прямо голые с парковки. А мы никак не можем согреться. Ветер дует ужасно сильный. Сегодня не самый удачный день для путешествий по северу. Лучше, может, на юг поедем. Это север-юга. То есть это не север. Лучше всего сейчас путешествовать. Это правда. Какая разница между различными местами на Тенерифе. Мы выезжали из Дельдюка, там не витринки. Ой, сколько крыльев. Я вот это и хотела заснять. Такого больше нигде не увидишь. Посмотрите, какой лунный пейзаж. Еще посмотрите вот на этих ребят, которые летают здесь в воздухе везде. Вы такого нигде не увидите. Это здесь такой пляж Эль-Медана. Они как раз с другой стороны нудистского пляжа. И вот здесь вот они вот так вот. Смотрите. Это вообще... Меня сейчас унесет.
Это ужас, такой колючий песок, такой ветер. Просто эти люди какие-то самоотверженные, я не знаю. Как можно... Ты их должна понять, это тоже своего рода фанаты. Фанаты, ты да. Ты фанаты, не фанаты. Вот такая пустыня. Пустыня Каракум. Это Гоби. Гоби. Ну да, Гоби. Какая только серая вся. Вот какой бархан. Прямо иду на бархан. Бархан. Барханчик, мы идем к тебе. Вот так. Бархан, парашютисты и океан. Прямо песчаная буря какая-то. А вон там вот стоят кемперы. Это, наверное, те, которые любят летать на крыльях. Они, наверное, здесь ставят свои кемперы и с утра пошли полетать. Здесь даже есть тренеры, которых там тренируют. В этой пещере живет суслик. Не вижу. А может, змея? Но тут змеи нету. Это хорошо. Когда такой сильный ветер, ужасно неприятно. Просто даже несмотря на то, что в общем не холодно, но ты какой-то весь, как будто идешь с сопротивлением. Вот мы находимся в Эль-Медана. Каза Медана. И тут прекрасные есть поселки. Вот там море, прямо они в море. Я говорю, что это место, оно нам не подходит именно из-за того, что здесь так ветрено. Уже вот сейчас мы наконец-то выйдем. Вот оно, Эль-Медано. Мы вышли на пляж. Как тут хорошо, тепло. И мы бы с удовольствием прошли здесь, полежали. Какая большая собачка. Они и здесь летают. А как они здесь летают? Как они сюда прилетают? Да, вот так здесь летают самолеты. Я его даже не вижу. А где он? Он улетел. Пошли в кафе. Вон там есть кафе. А, давай. А он будет... Ой, там все забито. Крем-суп, рис, фигу. Тебе тут нравится? Смотри, как красиво. Классный вид. Hola. Okay. Ну скажите, ну что вам нравится в Эль-Медано?
В Альмедано нам нравится все. Очень хорошие креветки в чесночном соусе. Ну, вообще городок уютный. Отлично. На пляжике волны. Ветер, волны. Ой, какие волны. Ну что, пройдемся по променадику. Собаками нельзя, но все с собаками, по-моему. Да, вот такой чудесный променад. Главное, вид. Вид здесь просто меня поражает. Не скучный видос. Абсолютно. Видос просто шикардос. Зайдем сюда. Давай, сейчас. Да, да. Смотри, ты сейчас будешь пищать от вас. Пищать буду, я уже пищу. 12 евро. А как они это выдавливают? Не знаю, что мы еще тут не щупали. Смотри. Ну, стоит 32. Супер. А эти, наверное, дешевле. А эти 27. Да, цены тут, конечно, не гуманные. Ну что делать? Хочешь со скидкой вот здесь? Ну что, мне нравятся здесь магазинчики. А эти магазины, да, понравились. Закаленные эльмиданцы, им хуже бы что, вот этот в шубе, а, ты хорошенький. Мы замерзли в Эльмедано и бежим в машину. Да, звук самолетов здесь достает. Хотя днем какая разница, все равно не спишь. Вот так мы паркуемся. Да, тут еще будут они строить, строить и строить. Кораблик. И около кораблика мы пойдем вниз. Можете посмотреть, какой ветер. Смотрите на пальмы. Да, вот это продолжается Эльмедано. Вот тут даже есть Гипердина. Китайский рынок открыт. Кстати, базар Чинес. Я хотела водички купить. Эльмедано. Здесь красиво. Мы здесь с тобой никогда не ездили. Вот это Эльмедано настоящий. Такой прямой вид. Вот оттуда, вот смотри. И прямо на эти горы. На эту гору. Обалдеть. Ветер очень сильный. Nunca termina lo que empiezas. No hubo ni una despedida. No, si es que te crees mucho o es que estás perdida. Esto es como un rompecabezas. ¿Por qué no le encuentro salida? No lo sé. Oiga, señorita, tú me quieres nada. Вот место отдыха эльмиданцев. Здесь вот большой отель Арена Дель Мар. Здесь все такое природное. Все природное для любителей природы.
На этом мы закончим наше путешествие от аэропорта Сур до Эль-Медана. Сейчас мы будем выезжать на автопист. Через 200 метров. Спасибо всем, кто путешествовал вместе с нами. Всем здоровья, удачи и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я жду вас в новых видео.